насыпал свиной комбикорм немножко. Вот иногда даю курам, уткам, кобам свиной комбикорм. И, в общем-то, они его тоже клюют неплохо, чувствуют себя нормально. Свиной комбикорм один из самых дешевых комбикормов. Скоро будем убирать мулардов. Новые кролята. У одной из кролих. Little rabbit. Петюня. Не знаю, что не хватает этим помидорам, но вот почему-то они зеленые висят и все. И не краснеют. Висят и не краснеют. Вот огурцы. Как-то это не странно, растут. Что-то вот сохнет, что-то зеленеет. Но в целом, конечно, огурцы отходят. Вот финские огурцы уже заметно поредели. Ну, наши еще держатся. Вот они висят. Это финские. Тут есть и маленькие, и большие. Тут два сорта. Вот. Нужно будет сегодня их собрать. О, утки бегают. А вот арбуз. Вон один, вот другой. Вот пока висят. Ну, как видите, не обрывается. Я, правда, не знаю, когда их можно рвать. Никогда арбуза не выращивал. Но вот, вот так вот они растут. Ну, вон они, арбузиков, тут их много. Огурец. Вон помидор растет. Ну, как утки лапят. Ну, все.